Я уже представлял, тут есть новые лица. У группы специальное значение «Выпил» есть свой гимн. Это «Выпил» тот, который диверсионная разведка. Сейчас «Выпил» выполняет свою задачу, но это борьба с террором. А тогда для того, чтобы вот генштаб захватить, а мину завалить, дьявол хакер, где-нибудь, и поле дети, весь земной шар. То есть сейчас в «Выпиле» слушается специальное значение, слушают замечательные ребята. Замечательно, они выполняют поставленные задачи, теряют свою жизнь, теряют здоровье. Родина не хотела бы, чтобы Родина отнеслась к ним, когда они уходят в запас, в болезнь, отнеслась как к нам. Ветераны диверсионной разведки, ну, у нас в полном уважении мы к ним относимся, потому что это наши братья, а теперь уже и дети воюют. Мы, война не кончается, но этот гимн, ну, по словам, наверное, из Африки привезен. Ну, так, ну просто Балашиха, 101-я диверсионно-разведывательная школа, кто видел за таким забором, это она 36-го года существует, там Зоя Космодемьянская готовилась, готовились там Альенда, там многие, кто учились у нас, партизанское движение, повстанческое, все готовились на этом старом акте. Илья Сталин, враг номер один у Гитлера, диверсант номер один преподавал там, наш это альбоматор, вот песня. И оттуда первый набор в 79-м году, ни к чему не готовить. Приехал на переподготовку разного возраста, это курс усовершенствования офицерского состава КГБСР, были брошены на Кабул, даже на Гитлер. Но гимн остался до сих пор, мы его поем при посвящении, по принятии новых членов в наш Олимпиад, говорят, новых участников. Ну, я просто обязан спеть, поскольку являюсь вице-президентом. Зампаде, зампадиверсия, была такая тоже, зарубежная разведка. Зампаде, там все остальное ясно. Ну, там даже не так. Бой затих у взорванного моста, Кесарь растаял в угле, Западните пищи удобства, Умирает на чужой земле. Жаркая, не русская погода остывает на его губах. Звезды городного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему на бедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз, скажет, много резал будет на лицах, русских буду резать первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки знают, дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть и вечным памятником станет проходной возле дороги. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть и вечным памятником станет проходной возле дороги. Если посчитать